Я все ниже и ниже. О, кстати, рядом со мной эти, очередные эти гномики. Ну, в смысле, зомбари. Гномы-зомбари. О, у меня есть чай. Сейчас как чаю бахнем. 66 чая. Ни хрена себе. 66 чая. Вот это, блин. Так, я постараюсь этих жуков перебить. Каких жуков? Постарайся там не помереть. Вот твоя главная цель в этой игре. Так, мы им бы шлемы создать, что ли? А то как-то как лохи ходим. Да нет, да, блин. Надо здесь несколько. То если сразу несколько... Тьфу. Если один гном, то он точно не выживет. Да кого ты там дорвалась уже, я тебя прошу. Все. Ха! Я их перебила. Круто. Круто. И как она оттуда выйдет? Как она выйдет через портал? Ничего не угрожает. Стройки атакованы, понятно. Так, я сейчас, наверное, еще одних спасу. Я ж спасатель. Каких еще одних? А вот тут справа от меня есть чудики. Ты имеешь в виду у тех гномов, которые когда-то были там в своих шахтах? Так, я даже не знаю. Там в конце, Карлина, надо иметь крутую броню, поверь. Там в конце... Достаточно крутой враг, и надо иметь крутую броню для сражения с ним. О, могу шишками гномов накормить. Шишек у меня, блин. Гномы голодны? Да вы что, издеваетесь? А как же шишечки? Гномы голодны. Чё-то я там так много стекла создаю. А, я вспомнил, зачем? Для бутылок. Думаю, зачем я так много стекла? Бутылок? Да, с бутылок, а, да, и эликсиры. Это какие бутылки? О, корни. А я теряю корни, рыбы у меня нету. Зато меня можно тоже сварганить какого-нибудь бульончика. Яйца есть, а что с ним можно? О, можно яйца. О, сколько? Думаю, мне мифрил понадобится. Так, со жратвой я разобрался прям внезапно. Внезапно проблем со жратвой уменьшилась. Мне же интересно, что будет, если я эту глину удалю? И вообще, я могу удалить этот портал оживляющий или нет? Ого, ничего себе, слышишь? Я разбил вот эту штуку, что воду дает. И смотри, что происходит. И оно вылилось таким нереальным ручьем воды. Ого. Ничего себе. О, вот эта штука исцелила одного из твоих гномов. Угу. Мне как раз вода нужна под была. Под тобой три. Ого, слышишь, Каролина, если ломать вот эту глину, то выпадает он золото и всякое добро. О, так я, наверное, какое сейчас всю эту эльфийскую... А вот просто эльфийскую глинку ломаешь, оттуда крутой. Вон, смотри, сколько золота выпало. Это я просто эльфийский камень сломал. Просто фон. Круто. Вот ничего... это я вижу. Ничего себе, он сейчас... Это... Может, не со всего выпадает, но... А, не, знаешь, что это? Это статуя. Это Коля разломал статую, прикинь. Это я разломал лечащую статую. Вот это я гоню беса. Зачем? Она б тебя лечила. Да, не надо было ломать. Коля злой, плохой мальчик. Негодяй. Да ладно, еще одну найдешь. Надеюсь, она будет такой же хорошей. О. Кажется, я нашла, где лава от тебя. Я сейчас набор быстрых лестниц сделаю. Быстрых лестниц. Так, хорошо, что я узнала, то так бы копала и копала, и упала бы в лаву. Да ты можешь. Угу, я могу. Ни одного дракона не вижу, и ни одного яйца.
Яйцо, райцо. Зато как удачно я воды теперь могу добыть. Она мне как раз надо будет для зелий. Я в прошлый раз его полностью золотым бил, этого последнего босса. Тот, который внизу. Ух ты, зато я узнал, где больше мифрила. Или где. Ты здесь не очень его и много. А, это под тобой. Чё-то давненько я на твоих... гномов не смотрел. Чё, вы тут не передохли, а стоите просто, понятно. Ну, это в вашем стиле. Что это? Это ты открыл? Не, это ты открыла. Это я открыла. Блин, смотри до них, только не вломись. Потому что тут дядька, если выйдет, блин... У тебя, ты чем вообще копаешь, мифрил? У тебя хоть кирка есть, или ты самый... Я, судя по твоему гному, он самый первый этой, и тюкалкой роет. Может, ты сделаешь что-то, ну, более совершенное? Постарайся не прорыть к нему проход. Я еще, ну, хотелось бы чуть больше поисследовать. Не, ну, если уж откроешь, и он вас всех перебьет, ну, я не знаю. Ты ж с умом там открываешь, я надеюсь? Вызывай импов, пусть носят. И создай какие-нибудь 6 нормальных кирок, чтобы уже он, есть. Бедняга, не страдал там. А, кир. Понятно. Так. Кстати, мои тоже вообще с каменными кирками, блин, прикинь. Надо что-то посерьезнее создать. А у меня уже все из стальной, из стальным топором. Топором копают, да? Ну, это в твоем стиле. А как тебе кровати среди вашей квартиры? Правда гениальная постройка? Может быть. Что? Да ничего, смотрю, где у тебя можно кухню разместить. Что, хочешь у меня разместить? А тут у тебя такие интересные вещи есть, например. Ну вот, я еще их пособираю, не пойму, почему ты сама это не сделала. Ты же открыла проход в бывшее жилище гномов, а там всякие вкусняшки. Почему ты их не собрала? Ну, я своих направил, не знаю, может, вы и раньше это сделать. О, мой застрял, это же надо такому случиться. А где там какие вкусняшки? Где какие вкусняшки? Вкусняшки в бывшем жилище гномов. Я туда своих направил. Понятно, я сейчас найду. Там мы уже забрали одну. Только смотри, блин, не прокопайся до этих чуваков. Потому что вот тот чувак, сидящий на троне, он когда встанет, будет нам очень весело. Ты кирки им одела? Ты говорила, что я такая крутая, я им крутые кирки одену. Я им одела топоры, а не кирки. Моя кися зомбаря бьет. Кстати, твое это... Землю ломает зомби. Да пофиг мне на него. Какую землю ломает? У меня там все в порядке, у меня ж... Рядом с твоим домом. О, уже прорыли. Не переживай, у нас все под контролем. Они опять ломают. У нас все под контролем, Каролина. Да не хочу я туда смотреть. Я немного, ну как бы, я мыслю обширно, Каролина. У меня такие глобальные планы. У меня мега глобальные планы. Набор быстрых лестниц 2. Почему только 2, я не могу понять. Ломает ли, а что он землю ломает? Ему делать ничего больше. Чё, ему нечего делать, что ли? Кирка. Сейчас было. Это было магическое заклинание. Мы же магами играем, Коти. Мои бравые самцы. О, ничего себе, он под пивом бегает. Или это от чая? Ничего себе, у меня прям скоростной такой. У тебя тут закрыто. Ты, блин. Так я открою, блин. Вот, блин, будет обидно, если это все твои долбаные импы замутят. Все мое, блин.
мутится. Импы, идите сюда. Ничего, они не пойдут, мои сейчас все загребут. Мутим, 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 мутим. Нечестно, здесь золото и копейка. Мутим, мутим, мутим. Не знаю, о чем ты говоришь, мои сейчас все разберутся. Я специально потратил очень много ресурсов, чтобы все у тебя украсть. Построить блоки. А раньше надо было думать. Черт. Что у тебя тут еще есть вкусненького? Ну все, я беру гнома под контроль. А не надо тебе под контроль. Выбрать новый контроль. Так, а я могу создать... Так, я тут что подумал, моим тоже надо кирку такую, чтоб... Чтоб все было у них... Раз, есть винирник, но... Четыре, блин, пять. Блин, блин! Меня крадут, черт. Крадут? Крадут. Я что-то нажала. Ты вышла из игры? Нет. Я ничего не знаю. Ну ты уже в игру вернулась? Я еще в игре, но я не могу управлять. Может, ты под контроль взяла гнома? Может, ты... Нет, здесь просто это... Вот такая штука, как будто что-то писать. Как будто что-то писать, я не представляю. Ну, может, ты Enter нажала случайно? Да. Enter. Я не знаю, где это. Блин, я не знаю, где это. На информатику надо ходить. Она не знает, где это. Кнопка Enter такая, нет, самая большая. Привет. Да. Нажми два раза Enter и не парься. Enter, ну справа, самая большая кнопка. На ней написано Enter в правой части клавиатуры. Ну-ка. Ты имеешь S? S? Не беси меня. Не беси меня. Буква Э, буква Си. Короче. Ну, английская Э. Короче, Каролина. Каролина, не выводи меня, пожалуйста. Уроки информатики, первый класс. Нажла Enter? Да, Escape, нажала. Кстати, Escape, кстати, Escape тоже помогает оттуда выйти. Escape вышла? Нажала. Угу, ну, наконец-то. Да, Каролинка. Ну ты, блин, игрок, конечно, я офигеваю. Папа в шоке. Чем у вас на той информатике учат? Вот мы сейчас будем еще одного бить. Гомика. Гномика. Так, нам надо срочно помощь. Я выпустил четверых. Главное, чтобы они не затупили и не передохли. Так, одного вынесли. Так, еще одного вынесли. Двое осталось. Тут аккуратненько, аккуратненько. А, у нас же самые слабые эти посохи. Так, котю мою дали по голове. Аккуратненько, аккуратненько. Все, замаслали. Или нет? Замаслали. У тебя там все окей, Каролина? Угу. Хотела тебе помочь огнем. Но не, у меня не недостаточно маны. Не надо нам огонь, мы справимся. Я верю в силу своих гномов. Понятно. Ну да, они у меня сейчас еще чай обахнут. Знаешь, какие будут летные. Так, и теперь можно раздолбать то место и глянуть, что там было вкусненького. Убрать конструкцию. Ой, извини, сейчас я тебе открою портал. Я забыла про тебя. Где это умирает? Так, блин, да. Это, конечно, крутой этот чувак. Задача же игры разбить тот сундук, который охраняет тут здоровый бугай. Да, но это стрёмно. Да ладно, справимся. И не таких... И не таких проходили. Я уже особо... О, вот, у меня еще есть чувачки. Так, надо тут аккуратно с ними. Еще четверо. Не, этих я пока не создам себе нормальную броню. О, капюшон. Капец, у меня есть капюшон, офигенно. Где мы его взяли, этот капюшон? Стоп, тебе нож? У тебя почему-то нет оружия. Ну, можно этому. Да не у всех топоры.
Что-то на нас такое совершили. Жесткое нападение. Блин, нам давно пора уже сделать какие-нибудь посохи крутые. Потому что то, что у меня есть, это какой-то позор. Что тут им тормозит? Странно. Я уже предвкушаю, как я все эти ресурсы переношу в свою основную компанию. Где? Что где? Все, что мы вот это нагребем, перейдет вместе с нами в наши уровни, где мы, откуда мы телепортнулись сюда. Угу. Как там у твоих чуваков успехи? Чем заняты? Ага, все без лестниц лазите. Ну, молодцы, молодцы. Все-таки лестницы, знаешь ли, Каролина. Вроде бы как помогают. У тебя там овца по дому бегает. Бешеная. Где? По дому бегает. Па? А, я, блин, надо кирки создать. Блин, надо создать какие-то кирки, которыми они будут эффективно долбить все. Самая эффективная кирка — это мифриловая, но мне жалко ее. Лучше создам серебряную. Десять. Я прям, гномы прям зависают. Прям у него башню сносит, так ему плохо. Посветить, что ли? Я рыбок нашел. О, мои уже начинают пользоваться этими супер крутыми этими лестницами, которые я им посоздавал. Угу. А обычные вот лестницы закончились. И деревья закончились. Да, полуторная скорость — это круто. Прям летают. Сейчас мы глянем, как там у вас дела, где там твои чуваки. Чем ты тут занят? А у тебя тупо добыча мифрила идет, да? Скажи, чем тюкают твои гномы? Ты выдала им что-нибудь более, да, эффективное? Выдала. Всем? У меня было. У меня было такое в том уровне без этого. Ну что, тогда мы не играли вместе. Там, короче, Карина. Как ножи, а по-настоящему они дюкают топорами. Такими топорами, блин, кирки под землей, чем вы работаете? Что где-то скажи у них за кирка? Мне вот интересно, просто интересно. Что я сделаю? Железные. Так, у них все-таки нет кирок, да? Я лишь одному дала железную. Только что. Четыре. О, мало того, что у нас скорость полуторная, так я им еще и чайку даю. На вас напали? Угу, кабаны, блин, дикие. О, сушеные грибы где-то нашел. Круто. Сейчас я немного инструменты им заапгрейжу, чтобы было. Так, тут надо как-то аккуратно. Ходит у меня здесь четверо, наверное. Четыре диких гнома. Так, а тут что у нас произошло, непонятно. Земля, заменить руда. Я прошлый раз, когда в соло это проходил сам, то я даже
Я даже, Каролина, построил, по-моему, две кузницы, чтобы быстрее процесс шел. О, у меня застрял, вот дурачок. Добыть воды, добыть воды. Сейчас будем добывать воды. Добыть воды, добыть воды. Мои тупо падают. Что происходит? Перед дурачком, что ли, портал? Чё, потонут все? Точильный камень надо, я там у вас было дело отобрал. У вас воины Давай. Есть? Воины есть? Ну, точильный камень воину его навык добавляет. Все, я отправил. Нет, у нас нет воина. Ну, блин. Ну, я по-любому отправил. Спасибо. Бедная овечка. В воде застряла. Ах ты, бедная овечка. Так, блин, а как Зато же мне вот это... Зато здесь рыбы плавают. Как же мне с этими чуваками справиться, блин? Не хочется, чтобы никто погибнул. Надо одеть хорошую броню. Надо нам одеть хорошую броню. Какое странное. Я рад, что ты там какие-то... Как будто можно было подумать. Даже не знаю. Наверное, был какой-то глюк. Глюк? Александр Глюк. Сейчас меня тут закроют, и мы не сможем эту воду отсюда выносить. Чувствую. Так, даже шлема у моих нет. Как-то так открыть, чтобы... Блин. Чтобы не... Кто не пострадал? Вот ты, блин, долбаный песок упал. У меня процесс идет, короче, все делают. Сейчас мы глянем, что тут у тебя происходит. А ты жадная такая, как папа, да? То есть надо все исследовать. Вот это у меня манечка. Все добыть, все золото добыть. Все. Сколько у нас на карте еще осталось? О, вот этих строений с вот этими... Гномы, а вот два, три, раз, два, три вижу. Сейчас мы их всех разрушим. Видишь, это не очень большой уровень. Возможно, мы даже успеем его закончить до прихода мамы. Возможно. У меня, блин, чувак с одной кузницей не справляется явно. Зато я всем веревки повыдавал. Где-то открыть портал, а то они долго ходят. Как вот это сломать? А, типа никак. Ничего себе, блин, Вася. Ты смотри, блин, нельзя. Ты смотри. Мяу. Мяу, говоришь? Блин, сейчас я... Я надеюсь, мои гномы к тому моменту, когда доберутся до тех зомбарей,
уже будут вооружены и опасны. О, у меня один мифриловый слиток. Это, кстати, да. А мне мифриловые слитки нужны для оружия, для мифрилового посоха. Кстати. У меня аж два мифриловых слитка. Блин, а как вот можно задание останавливать, когда они начали делать? И вот мне вот всегда было интересно. Как это делать? Я даже шишками кормлю. Так, тут ну и сама аккуратность, блин. Порталами чаще пользуйся, особенно те, которые под домом строятся, они всего лишь два стоят. Так что если вдруг ты сильно глубоко там закопалась, лестнички строй, порталы, они недорого обходятся. Ну и гномы быстрее гоцают. Пивасика даем. Странно, у тебя так еда так размещена на столе, как-то в воздухе висит. Так, я надеюсь, я случайно проход не открою. Я там пошел аккуратненько золото подберу, но есть у меня такое чувство, что я могу случайно их освободить. Но надеюсь, что я этого не сделаю. Я не пойму, сколько этих кирок делал. По идее, я заказывал их 6 штук. Или мне не хватило ресурсов? Странно. Вроде бы должно было быть 6, но я их таки не вижу. Опа-на, посылка, что ты там не кидаешь? Это я тебе отправила. И где ее можно увидеть, я ее даже не вижу. А, вот она же возле. А, все, мясо что ли? Это жареная рыба. Да ты издеваешься. Спасибо, конечно. Она у меня сама была. Это жареная рыба с начала игры, по-моему, была. Угу. Вот это у меня гном красава, сам себя забаррикадировал. Вот идиот. В его стиле, блин. Это в его стиле, короче.